VulcanBet. Esport эмоции каждый день. Зрелищные трансляции. Лава турниров. Взрывные коэффициенты. Горячие бонусы. Быстрые выплаты. Играй, смотри, ставь с огнем. Не знаю, как вам, мне первая карта понравилась очень сильно. Действительно, мы посмотрели такую вот четкую, выверенную доту. Практически команды, оба коллектива не ошибались, да, не было. Прям ты не сидишь и иногда бывает, смотришь матч и такой, так, что происходит? Куда вы там делаете телепорты? Что вы? Тут все было выверено. Немига точно знала, что им делать. Она постоянно доджила эти аегисы, она постоянно куда-то мансовала, отводила скипула крипов, то есть как могла выигрывала себе спейс. Но просто пик такой, что вот, ну, одного лайфстиллера не хватало, вот и все. Да был бы еще много, какой-то да. персонаж, либо квапа пошла бы там, например, не через магический урон, да, а с руки бы там насобиралась, чтобы хоть какую-то физику еще вносить. Да, и слишком много отдали на ранней стадии они еще противнику mm-hmm. своему. То есть, когда вы все три линии не выиграли против формящего драфта. Да, не проиграли, но и не выиграли. Там такое было, 50 на 50. В принципе-то, вспомни, там минут до 15, что по деньгам там в районе 2000 было преимущество. Это в какой-то момент просто там резко там по геометрической прогрессии полетели форзумерс, но в целом не мега держалось достойно. Надеюсь, сейчас они какую-то работу над ошибками проведут и поймут, какой пик им нужен. Вот, если честно, я даже не вспомню. Вот я почему про Крылата вспомнил, что он играл как раз за Юникнова у нас на ВСГе. Я сейчас пытаюсь вспомнить, на ком Крылат, кроме Лайстиллера, играл. И я что-то с трудом это вспоминаю, потому что... Там как раз-таки команда и рассуждала на эту тему, что мы играем от одного там героя и нужно расширять этот самый пул. Я не знаю, сколько широк пул у Крылата, но одного Лайстиллера здесь не хватит. Мне кажется, он сейчас не супер метовый персонаж. Да, он выпал действительно, и как-то больше работают какие-то морфлинги, луна mm-hmm. стала появляться часто. И вот что-то подобное бы взять, чтобы концентрироваться на своем геймплее, а не на том, чтобы мешать сопернику. Потому что вы вроде бы и мешали первые 10 минут, 15, как ты и подметил по нетворсам, а потом одна ошибка, один файт проигранный, и уже не можете остановить. Даже не ошибка, ну просто... Ну, игровая пик, ситуация, да. Пик да. не позволяет тебе как бы вот этот файт выиграть. Ты вроде бы и кнопки жмешь идеально. Вот реально несколько раз прожимали свои ульты. Я ни разу не видел, чтобы кто-то чем-то промазал, за исключением там шейкера иногда. Но опять же, до поры до времени у него просто даггера не было. А так, в целом, парни давали свои кнопки очень четко и знали, кого выключать. То есть ультимейт аппарата всегда прилетал туда, куда нужно, именно в того, которого фокусят. Когда все круто, у вас действительно получалось выдавать тонну контроля, при этом у вас просто нет под этот контроль дэмэджа. Queen of Pain, которая получила себе аганим, да, она раскидывает ультимейты, но решили эту проблему зумерс очень просто. Мы будем толстыми, у каждого 3500 здоровья, да. и плевать, ну кричи сколько хочешь. Есть такое. Ну и пока по бану, в принципе, все тоже по дефолту. Тимбер, ДП, Бэтрайдер, Квапа. Вот, Квапу убрали. Самый немига. Да, не хотят. Ну, во-первых, первый пик у зумеров, то есть они могут себя забрать. Queen of Pain mm-hmm. сейчас один из актуальнейших героев. Но я думаю, что это не стиль немного зумеров. Да, зумеры играют не дефолтом. Это мы с тобой, об этом мы с тобой говорили перед матчем, и этот пик, в принципе, это и показал. Они, в свою очередь, также ДК убирают. Интересно, будет ли это вновь потенциальная пуш-стратегия на фарм, либо что-то иное. Может быть, как раз про Энигму вспомнят вновь. Я очень хочу посмотреть. Мне кажется, они опять друида возьмут. Не знаю, почему. Можно. Но мне понравилось, как они с ним сыграли. Да, то есть Гунар все делал очень грамотно, при том, что мид-линия против лайфстиллера была не самой простой. Нужно было постоянно контролить мишку, отводить, ты неспокойно стоишь, добиваешь крипов. Он когда-то и в лес там смещался для того, чтобы, ну, компенсировать. Харасить ты его тоже особо не можешь, то есть помешать. Вот то, о чем мы говорили, что линии-то игрались так, что, мол, и ты фарми, и я фармлю. Как бы, как-то так. Ну, посмотрим, посмотрим. Тут, конечно же, больше вопросов в команде Немига, потому что мне, если честно, тег немного... Жалко сейчас, что с ним так все получилось. Они очень хорошо играли в групповой стадии, они попали в верхнюю сетку плей-оффа по посеву. И оттуда, ну, вот просто стримглав падают вниз, просто из этих замен. Ну, замены тоже не с пустого места, правильно? Да? Значит, были какие-то предпосылки, и это только их, не знаю, назвать ли это виной, либо не виной, но это их ответственность, дела. Да, это их так. ответственность, это они так решили, не смогли найти там какие-то точки, чтобы играть все дальше вместе, ну. Попробовать новым составом, не знаю, как пойдет. Просто когда это происходит во время турнира, конечно, это неприятно. Да, турнир, напоминаю вам, друзья, за 10 тысяч долларов, и мы уже буквально через несколько дней узнаем финалиста. За первое место 6 тысяч долларов, и там уже в финале дожидается Empire Hope своего соперника.
Лондрейд в бан попадает от Немига, то есть все-таки они Правильное такое бан решение. уважения дали. Неприятный персонаж. Не хочется против него играть. Очень много нужно в него вливать, очень жирный. И за это время, возможно, ты потеряешь половину своей команды. Да, но ответочка. Я думаю, то есть зумеры, они вообще убирают просто героев, которые им не нравятся. Они не банят никогда каких-то метовых героев, сигнатурок соперника. Ну, не Ну, любят тем не такая менее, в все. принципе, все персонажи сейчас в мете, которых они забанили. Они отвратительны, в принципе. То есть тот же самый Феникс. Спасибо. Ну, эти герои действительно отвратительные. Что Тимбер, это консервная банка, который очень хорошо выигрывает там раннюю стадию. Ну, ДП я бы не сказал. ДП все-таки персонаж очень сильный. Так нет, Возможно, не у всех получается через него играть, может я, быть. может, неправильно выразился, отвратительный в хорошем смысле этого слова. То есть они отвратительно мешают геймплею. Ну вот Феникс там я, то же например, самое. реально считаю, что ДК это отвратительный герой в этой мете. Я не знаю, почему его уберут, но это мое просто вот сугубо мое мнение. И, естественно, оно не влияет ни на какие другие. Я просто говорю, что ДК, вот сколько я его не видел здесь, даже на Волканбете, он ни разу не выиграл. Я с тобой полностью согласен, потому что ДК плох, по моему мнению, на всех позициях, кроме оффлейна. В оффлейне, где с него вообще ничего не требуется, просто форму нажимай, танкуй и все, и сноси вышки, кайф. Как только его ставят в мид, это проблема, потому что дэмэджа у него не будет. Да, он хороший инициатор, типа врывается, ну неплохо бьет тавара, вроде бы своей задачей справляется. Но когда дело коснется внести дэмэдж, он прыгает, дает стан, и вот это ту, 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 вот эта тычка, и все. Она И красивая, да. большая, а Ну и урона как сотка. бы, и может быть его не так пытаются не так раскрыть, не так, может быть, собирают. Вот этот быстрый блинк даггер, возможно, он ему и не нужен на старте. Может быть, как раз пойти через какие-то криты, хоть чтобы какой-то дэмэдж у тебя был, да? Ну, я не знаю, это опять же вот просто мое такое замечание, которое я заметил, смотря этот турнир, что вот ДК ни одной игры не выиграл. Да, то есть ДК берет сейчас в комбу, допустим, с Гримстроуком, потому что ДК инициируется через блинк, дает стан с щита, в этот момент Инксвелл на нем капает, и ты выходишь из-под Ты щита, тебя еще раз станет. посмотри, кого Немига взяли. Акс появляется. Акс, нормально. 100 лет его не видел в компетитив, посмотрим, как справится. Ну, Акс недавно, скажем так, появлялся где-то у нас мимоходом. Посмотрим, как он здесь будет смотреться. Против Инчи отлично, потому что Инчу ты А может разрезаешь. быть, это пикают Немига, потому что у них в компендиуме нужно пройти этих героев. Нормальная история. Кстати, ты как свой качаешь У меня компендиум? гильдия, с меня гильдия качает А. компендиум. А у тебя он качается за счет гильдии? Ну там же гильдии дают всякие плюшки, приколюшки тоже как А, вот он как. бы. Кооперируйтесь, Кстати, друзья, если да. ты не в курсе, сейчас на Sports.ru вышла статья, кто еще не купил, возможно, компендиум, кто еще собирается его покупать и думает, вот окупится он или нет. На Sports.ru очень четко все описали, расписали, вообще сравнили со всеми компендиумами за последние несколько лет. И вы реально можете принять решение, почитав эту статью, нужен ли вам этот компендиум и сколько вы можете окупить, да, купив его, там, например, за 800 рублей, грубо говоря, для России. Сколько вы с него получите? И стоит ли это того? Может быть, стоит это 800 рублей оставить, дождаться, пока все эти вещи поступят в продажу и купить также эти сеты отдельно, например. Да, действительно, ждать, возможно, придется долго, но, по крайней мере, вы будете подготовлены. И эта статья еще хороша тем, что, ну вот, это же юбилейный все-таки Battle Pass. И вы можете обернуться и посмотреть, как проходили все эти Battle Pass и компендиумы в прошлые годы. Посмотреть Опять свои Урса появляется. книжечки. Форзумерс хороший персонаж против Факса. Ничего не скажешь. Хороший пик. Опять же, это Enchantress для Хаски 100%, он на ней уже отыгрывал хорошо. Это инча ради крипа, инча ради подхила на линию. Это не инча, которая будет убивать всех импетусами, это опционально уже. Да, погонять, пострелять. Рубик на четверку, видимо. Акс плюс Рубик, как тебе линия? По идее, это неплохая линия, потому что и подойти неприятно, и дэмэджа у вас мало. Остается горелки какие-то постоянно летают. Рубик вообще хорош на Посмотри, кстати четверку. говоря, как коэффициенты изменились от нашего генерального партнера данного турнира. Вулканбет 1.92 нас на Немигу, 1.80 на Зумер. Примерно уже 50 на 50. Это на эту карту, я так понимаю. Зумер, они повторяют дорогу команды Хан с недавнего турнира, где те только в первый раз появились. Тоже на них везде был коэффициент выше, а они все время Этим выигрывали. и хороши эти вот турики. Я поэтому их и обожаю. Потому что здесь настолько равные команды собираются, что частенько можно вот такие сладкие коэффициенты ловить. Тем более, что по промокоду VFS на сайте VulcanVet вы можете получить до 200% на ваш депозит. Поэтому используйте, если пополняете там свой баланс.
Да, тем более мы видим, что Зумер с шутки шутками увереннее смотрится в плане драфтов с каждым разом. Бэйн. А Бэйн сюда куда? А Бэйн просто потому, пятерка? Что Бэйн сам по себе хорош, да. Бэйн пятерка. Это контроль, естественно, в огромном количестве. Это выигранная линия практически 100%, но не проигранная. Потому ну что да, Брэнса, Бэйн подэмэдж... хорош в плане там подраться на линии, разменяться по ХП. Но раньше он был, конечно, получше, когда у него Брэнса был чистым уроном. Сейчас все-таки это Magical. Ну, там и цифры поменяли, соответственно, с этим магическим уроном. То есть, что происходит с Доты в этом плане, можно немножко поговорить, из-за того, что там чистый дэмэдж переводит в магический, для того, чтобы повысить необходимость и нужность резистов. Это такие артефакты, как пайп, какие-то таланты поднять, все же как бы балансится вместе. Ну вот пока по этим шести героям, если честно, у зумерсов снова пик мне поприятней. На сердце лег. Да, Клокерк, инициатор Урса. Мы уже видели, что он делает и что он будет делать сейчас. Сомневаюсь, что ему изменит какую-то позицию. Будет на нем также играть сами бой. То есть он даже в какие-то коги, если что, залетит сверху. Конечно. Ну и Клок здесь неприятен. То есть Бэйн уже поймать кого-то в ультимейт так просто не сможет. Всегда Клок есть хукшотом, чтобы подстраховать этот момент. Да, и он сам будет врываться на тебя. Ему как бы по барабану. Да, это батарейки неприятнейшие. Акс его особо тоже ему ничего не делает. Ну и что вот Немига доберут? У них остался керри мидер. Единственный вопрос, то что Урса очень часто нажимал свой ультимейт, когда у него оставалось совсем мало хп. И вот Акс может этим воспользоваться потенциально. Поймать мишку, когда у тебя там остается, ну, буквально процентов 20. Наверное, сейчас все-таки с мидера откроется, я так понимаю. Нет, Луна. Вот как раз то, о чем ты говорил. Сейчас герой в мете, сейчас его частенько берут. Но линия Луна плюс Бэйн, в принципе, боеспособная. Да, это действительно очень много дэмэджа. Бим, брейнсап, и у тебя минус пол лица. Плюс стоять, если Урсу поставят опять же во флейн, как это было, это будет вообще весело. Кого добрать к Локверку? Вот в чем вопрос. А, прошу прощения, Урса у нас в легкой стоял. Все-таки там во флейне был Манкис Форева на Млюкане. Ну, нужен какой-то рейнджовый мидер, однозначно, зумером с таким драфтом, потому что коги все-таки от Клокверка, позиционирование файта, все дела. Не знаю, здесь темпларка, мне кажется, соль просто может залить в этой игре. Покажи, где татушка темпларки уже. Ну, так это реально, это один из сильнейших мидеров, я не знаю, почему его доджат команды, но вот сюда он заходит только в путь. Ну, кстати, европейские коллективы темпларку часто банили, то есть не так много ее пикали, но вот помнят, то есть здесь именно команды почему-то не любят этого героя. Но Бестмастер невероятно мощный герой, который сейчас во всех связках, на всех рейтингах, то есть неважно там, рыцарь вы, легенда или рапира, Бестмастер во флейн, это да? Святая святых нынешнего патча. Тем более нужен был герой, который неплохо ломает строение. Этого не хватало зумерсам, и Бестмастер как раз это дело подхватывает. За счет пассивки, за счет питомцев, за счет некров, которых он соберет. Сейчас какого-нибудь просто морфлинга бахнуть в мид и все. Кстати, тоже как вариант. Тут будет очень жестоко морфлинг разбираться с такими, как Рубик и Бэйн. Да и Луна в том числе. Пока не станет плотная, будет падать. Вот в том-то и дело, что просто Урса хорош, но против Луны на поздней стадии не знаю, насколько он сможет резать ее. Забанили Эмбера. Ответочка. Также надо по мидерам пройтись. Кто у нас еще есть? Шторм Спирит, на которого здесь не так много контроля. Вот единственное, Рор. Да, Бестмастер. Ну, есть батарейки, конечно, в теории. И Шторм там левела с 15-го смотрит. Ну, давай попробуй со своими батарейками. Потому что, по идее, не должен останавливаться рядом с Клоком. Ну, видишь, у Немиги все в любом случае последний пик, поэтому они будут отталкиваться от того, что возьмут зумерсы. Плюс сейчас, опять же, очень вариативно, и в медлинию мы, прекрасно понимаем, можно поставить. Зумерсы могут даже СФ здесь пикнуть, по большому счету. Ну, кстати, да, СФ про него забыли. Он очень активно появлялся в ранней стадии турнира, в закрытых квалификациях, в первых матчах группы. Но потом герой стал. Они сами увидать. Забанили его. И... Ой, вайпер. Обожаю вайпера в последнее терпеть время. Не могу. Мне кажется, так себе этот пик был сейчас. Но это опять по идее, чтобы вы играли быстро.
Вайпер собирает себе стартовые артефакты, бестмастер и поехали душить. Вайпер хорош, хардлини, там, знаешь, где-то по... Но вот то, что он мид пойдет... Он мид уничтожит. Он просто уничтожит мид, как это бывает сейчас. Как? Он сейчас возьмет, получит какой-нибудь casual лину, например. Ну, посмотрим, будет ли действительно появляться какая-то лина. Просто очень много яда. Яд словит героев, Урса быстрее до них дотягивается, одна из основных задач выполняется. Плюс Viper Strike против Акса. Видел недавно, опять же, в рамках этого турнира Viper плюс Grimstroke. Вот это была красота. Бруда. И вот кого ставить теперь в мид против Брузмазер? Поставят Viper, я думаю, также. Без каких-либо изменений. Ну, Вайпер там ей особо ничего предъявить не сможет. Ну, там токсин, и через токсин можно попробовать повоевать с паучками, да, со всем прочим. Такое. Ну, посмотрим, посмотрим, как все это получится. Не знаю, мне вот пик Вайпера совсем не понравился от Фурзумерс. Я тоже ожидал, что будет что-то более боевое именно в плане нанесения дэмэджа большого количества. Да, у них нет сейчас, грубо говоря, плана Б, да, как это было в первой игре. На второй карте этого плана Б нет. У них есть план А, вот мы засноуболим, мы пойдем давить и закончим. Но если вы где-то ошибетесь, а вы... Скорее всего, можете это сделать, учитывая, как хорошо играет по макро Немига, то Луна там уже не отпустит. Ну, тут я больше сконцентрировался бы на том, что мне больше нравится драфт Немига сейчас, нежели чем на первой карте. Тогда у них сейчас все сбалансировано, очень здорово, и, в принципе, ни одна линия здесь особо не проседает. Просто быстрая Бруда, она на себя должна стянуть одеяло на первых 20-25 минутах. За это время Луна, неважно, хорошо все на линии или плохо, она уходит в лес, выфармливает себе все слоты, и когда Бруда становится неактуальной, вступает в игру Луна. На бумаге все выглядит очень просто, и где-то там рядом бегает Акс, кричит, агрит, там контролит всех на свете. Ну, опять же, на картинке все может смотреться так, а вот как будет по игре, мы вот сейчас увидим. И все-таки Бестмастера поставили в мид. Ну, Гунар, по крайней мере, на него садится. Манкис Форева — это Вайпер оффлейн, как ты и просил. Но Бестмастер-мидер — это очень большая ответственность, потому что он левел возможно, получает. Они пробовали, возможно, они тестили. Мы с тобой говорили о том, что Фарзумерс не боятся каких-то экспериментов, и частенько у них залетают вот такие не совсем понятные пики для нас, простых смертных. Ну, может быть, как раз мы не шарим, да, какой может быть потенциал у Бестмастера в миде. И при этом соперник, может быть, к этому элементарно не готов. Мишка косолапый. Очень... Сейчас, по идее, это быстро могут попробовать сыграть и сами Немига через Бруду. Если они линии выиграют, то Бруда плюс Акс плюс Рубик какой-то вы спокойно можете идти драться. На ранних таймингах. Энчантрас умирает там от двух укусов Бруды под сеткой. Убежать она не может, потому что мобильность у Бруды большая. Untouchable у тебя до 6 левела, а то и больше не вкачивается. Да Бруда здесь, по идее, всех съедает практически, если только Primal Roar не ловит. Тут вроде бы никаких серьезных проблем. И вот тоже такой момент. Постоянно мы говорим там про пинги, но какое-то проклятие преследует лобби, в которых есть позумерс, потому что проблемы с интернетом всегда возникают у их соперника. Каждый раз одно и то же. Ты думаешь, что будут вылетать американцы из-за того, что у них там выше пинг, им нужно релогиниться и прочее. Но нет. То у европейцев, то у команды из СНГ сложности. Выход вниз, втроем идет от позумерс. Навстречу отправляется Акс и Рубик. На первом левеле здесь, конечно, никого убить не получится им. Ну, по крайней мере, отжать попробуют руну волшебства, ну, богатство, точнее, и вряд ли им это позволит сделать. И опять же, противоположные коэффициенты тем, что были на первой карте. Именно в рамках карты мы выводим коэффициенты, друзья, на ваш экран, и они статичные. То есть заходите по ссылочке в аннотации под трансляцией и смотрите, как обновляется в лайве история. Тут просто через коги и не подпустят к этой нижней руне, по идее. Так что 50 на 50 должны разобрать. Хотя клок отступает назад. Надо подойти под какую-то десятую секунду уже. Акс пока ничего не прокачал. Возможно, это будет горелка. Бежали на бестмастера, встретились с кабаном, засловили. Руну свою заберет Гунар, но получит очень много дэмэджа, вполне вероятно. Ну, не факт, что заберет. Сейчас бим по таймингу, нет? О, две нижние руны взяли. Ой, как просел.
Вот так и будет происходить. То есть еще какой-то брейнсап один кинуть Гунару. И, возможно, его не убили, но выбили расходники. Да, и руну забрали из-под нос. И свап по линиям. Вайпер все-таки отправляется в мид. Вот я говорил, что американцы постоянно меняют свои роли именно игроки. Манкис Форел стоял в оффлейне в прошлой игре, теперь в мид пошел на вайпере. Ну, посмотрим. Вайпер плюс против Бруды. Интересный будет. Интересная линия. Честно, даже не знаю. Но, по идее, Бруда должна выигрывать. Вот я здесь делаю ставку все-таки на бойца в зеленых трусах. И Вайпер заплюет ее ядом. Выбьет все расходники. Очень противный герой сейчас, очень мощный. Многие его недооценивают. Так Бруда, она просто сейчас застакает себе паучков и начнет ими подъедать. Ну, ладно, посмотрим, как это все будет работать. Пока что все напоминает первую карту, если честно. Да, здесь опять начнется игра в крипов сугубо, без какого-то активного фарма. Вражеских голов имеется в виду. Гунар наверху, черепашку сейчас убьют. Грустно. Сейвить. Но нет, Фервен не должен. Фервена поймать под замедлением. Фервен сам брейнсапом кого хочет тут съест, если честно. У него, конечно, кулдаун долгий. Байтит Гунар. Гунар, ты сейчас сам можешь умереть, вот в чем дело. Курьера ты спасешь ценой своей жизни. Ну не хочется терять фласку, только поражал для курьера и подставится. Сейчас Ферен его заберет тычкой. Да. Не законтролил. Очень долгая война. В медлине Бруда, в принципе, на уровне пока с Вайпером, и никто вперед не вырвался. Третий левел, яд в двоечку, токсин вообще не брал еще. Тогда, да. Но тут пока нет левелов, пока нет никаких драк. Как только Бруда наберет себе там пятый, например, настакает паучков, а тогда будет интересно, как она будет контролить и справится ли с этим Monkeys Forever. При этом, если что, и Бруда, и Вайпер могут быстро отходить на малый спаун, чтобы там еще что-то подобрать себе, пока линия запушивается, допустим. Просто Вайпер, он очень медлительный персонаж на фоне Бруды, особенно. У него вообще там 275, по-моему, спида. Может 285. 275, да, без сапога. Плюс добивает очень много Бруда за счет того, что с паучками шотает крипов. И здесь, конечно, Вайперу не так комфортно. Число нападения не уходит, скорее всего, отсюда. Помогает ему Рубик, но, опять же, против пассивки Урсы особо не помогает. Сейчас там Хаски, возможно, подставится. Там прыжок будет сейчас, число он погибнет. А размен не будет. Enchantress как раз-таки 365 мувспида с сапогом. Ну, у него 4 ноги. Так это работает, да? Конечно. Прикинь бы, у тебя было 4 ноги, ты бы медленнее бегал или быстрее? Я бы заорал от ужаса, будь у меня 4 ноги, слава будем откровенны. Даже если бы ты был настолько прекрасен, как Enchantress? Ну, тут не поспоришь. Клока поймали наверху, Бим, Сон, и Крылат просто ждет, пока Бэйн надамажит лишний раз. Да, и Бим сейчас откатится. Кстати, неплохо мансует здесь Клок, но все равно поймали, убили. Еще и Коги заработал деньги с них. Это Спейс, Гунар фармит. Вот как-то фармит-то он 11 крипов всего-навсего. Тяжело ему против Луны стоится. Оп, Астрал был и нет. Но против Урсика, конечно, тяжело отстоять. С инчой, замедление, и Урса там не отпускает. Самое главное, чтобы Урса не забывал крипов добивать, потому что Акста уведет и эту пачку, и следующую еще. Клок возвращается наверх, в мид-линии по-прежнему. Вайпер, в принципе, топовую строчку вообще по крипстату занимает. Два в райсбенда, плотный, 900 здоровья, Бруда его уже не так легко харасит. А наверху Фервен, сложности, подходит Гунар, но ему с руки приходится там бить. Кабаны не уйдет, Фервен уже никуда, естественно, его здесь похоронят, скорее всего, замедление слишком сильное, но есть слип, Фервен уходит, в итоге Коги ничего не дают, но кабаны могут добить. Да, Гунар все-таки делает свою работу, в этот момент Луна тоже отвлеклась и не била крипов, соответственно. Да, здесь именно война за фарм, за опыт, как же Сэмми Бой здесь выживает на крополях. А по идее нужно за такое типать? После такой драки выигранной. Не соблюдает джентльменский кодекс, конечно, да? Конечно, надо поджечь по полной. Хаски погиб пока от болта, а там Бруда заходит уже за тавр. И мы видим, что у Манкис Форева начинаются некоторые сложности, потому что тавр ему дефать очень тяжело без вот токсина. Вот и я говорил, пятый левел у Бруды. И вот все, и что ты сделаешь? Твой токсин ничего не дает, по большому счету. Токсин надо как-то позиционнее закидывать под вышку. А он его не качал, он коррозив скин качал. Вот в том-то и дело, что без токсина, понятное дело, что ты не сможешь пауков. Маны там не так много, хотя не хватит Monkeys Forever, замедление не уходит. Да, отлично. Хорошо. И паучков забрать. Нет? Хорошо перетянулись с суппортом. Да с пауков там такие копейки, то есть только если ты их пачками забираешь. Эта смерть на самом деле очень много проблем создает для Бруды. Неприятно, ей нужно
ускоряться в своем фарме, скажем так, по экспе. Бруда — это не тот герой, который я уйду в лес, пофармлю там 20 минут, а потом будем драться. Она любит на линии все получать. Вы что, Зувана поймали, сами бой в погоню, но, видимо, Акса отпустит, ну, а вот Астрала убить. Тут я с тобой не согласен, все-таки Бруда как раз-таки тот персонаж, который выфармливает и линию, и лес. И из-за этого он, как правило, по левелу опережает всегда там на 2-3 левела. Но если тебя убивают, то, как говорится, ты не фармишь нигде. Логично. Астрал. Коги хорошие по двоим. Тут же есть еще и батарейки. Минус Астрал. Ну вы что, Зувана, ты не убьешь. Оушен, да? Много спейса создает на карте. Посмотреть, дал фраг сейчас в миде. Перетянулся вниз. Здесь забрали Рубика. Оушену и героев дают таких агрессивных. То есть в прошлой игре он катал на Эрспирите, в прямом смысле слова. Теперь Клок, который также быстро сокращает дистанцию, скажем так. Ну, наверху проблема у Гунара. Его там неплохо пробили. Под вышку загоняют. Ну... Бисмастер для этого и создан, чтобы терпеть. Там уже глейвы есть, и кабаны умирают довольно быстро. Не получается хорошо. Там даблдэмэдж сверху можно забрать. Вижен на даблдэмэдж-то отсутствует, как я понимаю. Опять Коги? Ну нет, просто Клок далеко, понимает, далеко, подвышкой далеко не стоит. И погибнет сейчас, скорее всего. Плюнет в него Бруда. Слишком много здоровья. Хотя там пауки доедают. Клокверк, а Клокверк погибнет или нет? Смог. Ух, хорошо все сделал Клок. Ну, как хорошо. Потратил смог. По сути, потратил бесполезную вылазку в мид, плюс подключение Enchantress. Не знаю, здесь, конечно, Бруда много выиграл в этом моменте. При этом продолжается тот самый пуш от Бруды. И токсина по-прежнему нет. Он взял себе пассивку в 3. Да, от этого страдают пауки, как мы видим. Ну, в принципе, не так-то уж это и страшно для них. Ну, по крайней мере, его пробить невозможно. Погибает тем временем Enchantress, зацепили ее все-таки. Первен. Enchantress — это разменная монета. Крылат — самое главное, что у него все хорошо. Тут 6-й левел скоро у Гунара, и вот тогда будет для Луны серьезные проблемы. Возможно, даже с линии придется уйти. Потому что под Prime Aurora его точно заберут. Съел все-таки вайпером. И это вот отправная точка. Рубик пришел, помог. Ответная, как бы, вылазка суппортов в мид от команды Немига. Рубик улетает вниз. Надо вышки. И сразу же под сами боя. Интересно. А у него нет телекинеза, вроде бы, в кулдауне. Нет, закидывает на хайграунд. Отлично. Катывается сами бой, прыжок, но дальше уже Астрала не догнать. Потому что без маны, без возможности уйти, лезть под вышку, куда пойдут телепорты, это самоубийство. Ну, у него был манга. Мог бы уйти в любом случае, скорее всего. Тут пока пауки уходят на свою половину вновь. Ну, тут, слушай, больше экшена на второй карте. Уже хотя бы в мид-линии видим постоянные размены Харасы. При этом снизу пытаются пробить Т1 уже потихоньку. А забрали Тавр снизу. И Астрал. Как же много делает Оушен. Просто чуть ли не в Соляного завозит, действительно. Ушел под нейтральных крипов и погибает. Рубик ничего не отдав сопернику. Не повезло. Чусван тем временем уже фармит дагер. У него есть фейсы, у него есть брейсер. Ну, у него уже сейчас очень неплохая мобильность. 380, брошка все-таки на руках. И может догнать, загреть. Опять вышли на манки с Парева. Очень много дэмэджа по нему. Ну, вот тут сразу же полетели яды во все стороны. Ну, выживает Бруда. Теперь нужно отходить, потому что она может вернуться очень быстро. Но, кстати, ультимейта, что ли, не было у Бруды? Или она не качала еще его? Нет, не качал ульту. Сетка, пауки. Даже пассивку пока еще Бруда не берет. Диффуза скоро должны появляться. Астрал приходит в мид, но он 4 уровня, помним об этом. Оушен. Следующий ход за ним. Клок действительно сейчас приходит и говорит, его убивать будем. И его убивают. Клок ждет книгу, ему нужен 6-й левел. С хукшотом все в разы будет эффективнее работать, скажем так. Ну, наверху сейчас попытаются просто неаккуратную луну поймать, либо Бейна. Бейн поприятнее в этом плане. Батарейки те самые, импетус, ну, полетел. Тут подходит Рубик, кстати говоря. И так просто уже, наверное, Бейна не высадить. Хороший правый аурор. Все влили в Бейну, но в ответ ультимейт от луны. Но там есть питомцы, поэтому Гунар немного получил дэмэджа, но дэмэдж практически был критический. Не крачи, еще импетус. Спину Астралу тоже больно, но не зафокусили какой-то второй таргет, и не получается забрать. Кабанов проседает Астрал. Тычек не хватает, к сожалению. 55 хп у него. Осталась ракетка, полетел. 4 хп у Астрала. Каким богам ты молишься? А здесь уже душка жесткая для Monkeys Forever. Подойти он засейвить тавр никак соло не может против Бруды. Там уже, наверное, есть, в принципе, Diffusal Blade. Но если их нет, то вот-вот появится.
наверху проблема в очередной раз. Теперь уже Ocean. А, это Хаски поймали. Но Enchantress погибает 100%. Да, да, не уйдет. Слишком хлипенькая она. 10-я минута. Кто купил книгу, кто в итоге книгу это использовал? Да, Клокерк все-таки. Плюс Рубик. Гунара здесь как бы еще не загнали. Нужно забрать брошку, не отдавать сопернику артефакт ни в коем случае. Еще одна брошь, это был бы просто подарок для Немига. Ну, Фервина не отпустит, скорее всего. Он тут, правда, подходит Бруда и разбирается с Monks Forever. Вот такой себе размен на саппорт, пятой позиции. В итоге Ocean пятый себе левел берет, но книги прежнему нет, нет хукшота. Подставляется Рубик, и он тоже в таверну. Два фрага для Ocean. Ocean дерется здесь один иксе. Это Клокверк, у него куча брони, он может себе это позволить. Они сейчас еще попробуют. Что это было? Куда? А сколько у Бестада ульта была? Может, он думал, сейчас подойду ультимейдом? Ну... А, вот-вот, откатился. 2 секунды там буквально было, и из-за этого он пытался это сделать. Сейчас Хаски добьет Бруду. Импетус. Импетус там уже летит, да. Ракетка. А, нет, Импетус. Импетус, Импетус. Хаски вовремя перехватил отступающую Бруду. И вроде бы размен опять же получился. Очень странные драки. В пользу для зумеров. Но Ocean сейчас на своих плечах вытаскивает все начало для команды For Zoomers. Без него было бы тяжелее. При этом мы видим, что по нетворсам там только у самибоя все отлично. Вполне вероятно, просто Урса хватит в этой ситуации. Не знаю. Как ты сам сказал, Урса в лейте против Луны такой себе боец. Ну, это если мы рассматриваем какие-то уже 40-е минуты. Вам до этого этапа нужно что-то сделать на карте. Снести там сторону какую-то уже. Контролить Рошана здесь будет очень важно для зумеров. Есть ультимейт у Бестмастера, и хотелось бы его где-то реализовать, но он пока что выфармливает там на топе во вражеском лесу. Но подходит к нему уже Клокверк, и, возможно, вдвоем попробует либо тавр забрать, либо кого-то там наказать. Ну, там вроде бы находится Рубик, промахивается уж он своим хукшотом. Ой, он я дал хукшот. Я вот только хотел сказать, прожать хоть что-нибудь, но понимает Ocean, что это обидная ситуация с мискликом таким. С другой стороны, Руби, который вырывается на хукшоте, это вполне возможно халява для вас. Ну, как сказать? Как сказать? Он подсейвит хукшот, плюс потом телекинез, и тут можно жестко это все дело застакать. Прожимается, если говоря, смог как раз под хукшот Астрала. Посмотрим, как он его сейчас реализует. Хотят Урсу поймать. Мишку действительно можно будет съесть, потому что он здесь один, вроде бы далеко находится даже Вайпер, да и он не мобильный, не успеет прийти. Но наверху падает Т2, дефает все это только один Акс. Его уже там ракетками проверяют и знают, что здесь Пучоз One. А вот и все, нападение. Как раз хукшот, да, использован был или нет? Как я понимаю, без хукшота, просто через ультимейт Бейна сделали все это дело. Некрономикон и Бестмастер вторые, третий скоро также докупит. В медлине падает тавр и полетел Ocean вниз, дефать Т1. Ну, проблемы серьезные, вот Зумерс, если честно. Хотя сейчас кажется, что вроде бы все на равных. Крылат пытается разультиться. И не дает, не дает. И тут еще и Primal Roar сверху по лицу. Крылат здесь зря в соло так просто фармил. Это была ошибка. Вот потом пройдет еще минут 20, и все будут говорить, какой классный Бестмастер, Сэмми бой на Урсе, как много делает, Оушена забудут. А именно на его плечах, на его инициативе сейчас выстраиваются первые там 15-20 минут. Но у него при этом еще и фрагов, кстати, немало, то есть у него есть деньги. Но нет, Клок, который получает быстрый уровень и реализует свой хукшот, он очень опасен даже в эти... Сон, еще пару ударов каких-то получит по себе. И Бруда может его доесть, в принципе. Ocean пытается выжить, пытается... Ну, тут без шансов, конечно, конечно, просто на время. Никуда не уходит он уже здесь. И можно забирать, наверное, 2 снизу. Попытаться, по крайней мере, раз Бруда там. У нее армия паучков. Дабл дэмэдж снизу заспаунился на реке. Правда, никто не контролит. Сверху также... Хаски один-единственный пушит. Крылат пошел искать Гунара. Гунара найдут здесь через пауков. Да ладно. Найдут, найдут Гунара. И Гунару смерть. Как-то не сыграно, не командно сейчас. Позумерс перемещаются по карте. То есть кто-то один дефать идет, его убивают. Некрономиконы нам намекают от Бестмастера прожатые. Ну и что же, пока в мидлинии. Хватили аванпост верхний. Но это только 15-я минута. Вот, в принципе, что приходится делать сейчас For Zoomers. Видишь врага, делай ТП. И как вот снова, как выбираться из этой ситуации? То есть
Урса не такой герой, который камбэкается. Ну, теперь мы посмотрим на обратную ситуацию. Если на прошлой карте по Зумерс играли медленно, хотя у них было преимущество, теперь им придется играть в долгую доту, потому что ну, сейчас они не настолько боеспособны. Урс только один артефакт, артефакт больше вот на фарм. Файта, конечно, БФ тоже полезен на этом герое. Но, как подмечал ты, это для того, чтобы держаться по нетворсам нормально, еще через 20 минут соответствует врагу. Врыв на Астрала, месть от Оушена, своровали у него батарейки. Так, батарейки против батареек. Ну вот опять, опять Оушен солит. Сколько же времени он выигрывает? Конечно, нападение на сами бой, но в этот момент съедают там Т2 Тавр. ТП называют Хаски, нажимает хил. Хила недостаточно. В любом случае, наверное, до конца пойдет Бруда. Горелка, горелка. А где хил-то? Ну, вот, сами бой выживает. Как же просто, там 30 хп опять же. Там 4 хп в ракетка залетает. И в этот момент Бестмастер все-таки ломает Т2, я не знаю. Сколько там остается у Тавра? Ну, много еще. В принципе, тут есть некрочи, третьи уже катапульты, кабаны. Да, сейчас... посевочку дает, стоит спокойненько. На безопасном расстоянии, и Т2 падает без каких-то проблем. При этом наверх прилетает еще и Урса. Можно поймать Астрала в очередной раз. Астрал на хайграунде остается. Ну, идти сейчас на ХГ, наверное, будет слишком нагло со стороны Позумерс. Да, конечно. Там на Т1 медленнее сносить. Бестмастер сейчас начнет вот эту вот грязную игру. Сплитпусси будет бегать там, забирать пачки, постоянно поджимать линию верхнюю. Довольно быстро упадет Рошан, вроде бы это должны сейчас не мига прочувствовать, но они не успеют прийти и что-либо сделать. Айгис достается, естественно, сами бою. Все, пойти в мид, снести Т1, Т2. Попытаться нужно навязать драку сейчас, наверное. Ты прав. Что, теперь у вас есть... Ну, они опять просто разделяются. Гунар пошел наверх. Драться без Рора не хочется. Ну, у Гунара своя игра. Ему нужно постоянно напрягать верхнюю линию. Такое чувство, что сейчас туда внимание. Гунар больше Бруда, чем Бруда в плане уничтожения. Ну, Бруда выше. Уже давно не такой персонаж, как раньше, да? Это раньше мы играли, мол, ты в харде стоишь, получаешь левел, там убиваешь харду и потихонечку там подъедаешь вышки. Сейчас Бруда это прям убийца. То есть он фармляет себе итемы для того, чтобы с руки наваливать. За счет большого левела, за счет оверфарма. Сейчас как раз... 14 левел. Там сейчас должны еще и Аганим появиться. И вообще прекрасно будет. Лук, который отдать можно Луне. Дальность атаки, в принципе, приятно зайдет. Если там ничего альтернативного нет на статы, допустим. Да, плюс это Magical Ronus, как я помню. Да. Да и скорость атаки, все это суммарно. Там тут копеечки небольшие, тут. То есть очень часто, не знаю, Iron Talon не берет себе героя, хотя никто его не берет. Просто мы не фармим лес. Ну окей, но он дает вам какие-то статы элементарные. Конечно. Ну, я такого не замечал особо, чтобы никто не брал, он просто лежал. Ну, только... в профессиональных играх нет, я говорю сейчас в целом. Одаренные только люди так могут играть. Чусван подставляется, но не уйдет. Скорее всего, Оушен его не отпустит здесь уже. И опять солят. Так, а нападение на Оушена, но подходит Макс Форевер. И побоялся почему-то, побоялся Бруда драться. Ну, что тут еще кто-то будет, вполне возможно, подумали. Ну, такое, конечно, бить так волчков. По одному всех просто. Одного, второго накормил ядом. Ну, там в спине сейчас медведя могут поймать, убить. Хорош таунт. Тут, кстати... Таунт это вообще как отдельный вид искусства, да, в доте сейчас? Да, 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 который абсолютно не нарушает целостность мира. Вспоминаем это правило Valve, что все должно быть в рамках нашего лора. Но они... По-моему, медведь с барабанами, с этими, это нормально, нет? С барабанами? Не... Это тарелки. Тарелки, да. Как они там называются правильно? Ты таких не встречал, что ли, в лесу? Каждый раз ходим, да. Еще, да, кстати... это цирковой медведь, который сбежал просто из цирка. Ну да, но медведь же, который был ковбоем, сейчас... его запретили. Ну, кстати, да. Вот поэтому же все всегда будут вспоминать Вэлф этот сет, но он остался, но он очень редкий. Да, да, у меня просто у товарищей был такой сет ковбойский. Просто это скандальная история, если кто не в курсе, пока у нас такой медленный пуш идет и без файтов. Когда-то давно выпустили на медведя сет, который превращал его в медведя-ковбоя. Но сказали, что этот сет нарушает целостность лора, и мы его уберем. И все тогда подумали, блин, Valve такие молодцы, они хотят, чтобы дота выглядела как серьезная игра. А тут у нас Бейн жонглирует сырами теперь. Так, врыв не самый уверенный, а число. Она подловила Оушен, Оушен пробили очень серьезно по ХП.
можно забирать, но боится. Тем временем, выход на хайграунд, подловили Урсу, и никуда Урса отсюда не уходит. Это Аегис, разворота нужно защищать. Они просто сносят просто тавер, Крылат пытается улететь, контроля нет никакого на него. Естественно, потому что у вас только один стан на команду. А, нет, там еще есть Клок, но Клок далековато был. Нужно будет Башер, безусловно, брать. Ну, слушай, взамен упал Рубик, забрали Бейна и еще Т2 на миде. Ну, то есть равносильно вроде бы, если вы не будете подпускать на нижнюю линию Бруду. Гунара пытаются убить, топоры полетели, не успевает тиммейты подойти, хотя Гунар очень плотный. Да, очень плотный, тут не поспоришь, но есть возвратка. Ой, ну все, Гунар поседает и погибает. Не успели дойти им сами бой, он постоянно вот запоздало приходит в драку. Вот и, кстати говоря, нападение на него, но Чесванта сейчас без Бладмейла, это может зарешать. Руса не успевает опять прожать свой ультимейт, его в итоге сбривает. Толшин не по таймингу ворвался и дает ему 5. Крылат говорит спасибо. Это фитфест. И Монкс Форевера увидели. Сейчас просто 4 таргета отдали за подряд, при том, что 3 из них вообще не имели никакого смысла в плане смерти. Ну, как-то так, да. Просто уходят вниз, естественно, сносить бараки. Там нет Т3, еще 30 секунд без медведя. Там вообще уже все забили на руны богатства, которые лежат 2 минуты. При том, что они на вижене находятся. Правда, на вижене Radiant. Ну, лучше подняться на хайграунд, хотя там 11, 10, точнее 22 и 10 секунд. Ну, за 22 секунды вы спокойно можете снести какой-то. Ну да, линию. Барак, по крайней мере, снести было бы неплохо. Прожимается Чуклиф, хотя на него тоже стоит развести. Плюс помним, у них есть Луна, которая очень быстро справляется со всеми строениями на базе. Попутно еще и героев, Рася, которые подходят. Ну вот, Мишка подошел. Оп, все просто умерли с двух тычек. Все паучки. Но, тем не менее, такая патовая ситуация довольно-таки для Forzoomers. Хоть и по голде не особо много выигрывают Немига, но мы видим, что тяжело с ними драться. Если бы не история с золотом, то можно было бы сказать, это... То же самое, что на первой карте. Один в один. То есть просто преимущества нет такого номинального для Forzoomers. Медведь и Вайпер пока не смотрятся ультимативными решениями. Луна при этом через такой стандартный билд идет. Никаких доминаторов, никаких гвардов. То есть только в дэмэдж. А пытается верхнюю линию толкать у нас Enchantress. Сдает немножечко пространство для своей команды. Но хотят ворваться на кого-то. Прожал Некров, прожал Орла, а здесь смог. А на кого нападать-то нужно? Вот в чем вопрос. Здесь больше, наверное, речь идет о том, чтобы прыгнуть и быстро съесть какой-то один таргет, дальше драться в большинстве. Если получится убить там Enchantress, хорошо, она вообще там на 3 удара вам все вместе. Enchantress кипает пачки, делает ТП. Но это игра от обороны уже 100% для Zoomers на ближайшие минут 5-10, может быть, даже до следующего Рошана. И новое мнение Forzoomers, они выходят с маках вражеские уже. Это хороший, на самом деле, мув от них. Полетела ракетка, спалился Клокер. Понимаете, с какой стороны он полетел, врывается на Акс, на самый плотный таргет, по итогу разделили драку на две части. Там Луну, да, Луну просто подловили. Минус Луна в ответ, пытается быстро убивать Бестмастера, зафокусили сами бой. Сами бой уходит у нас от Урса с разворотов, топоры полетели Фервен. Фервен, естественно, в размен сыграет. Просто дать уйти команде своей. И погоня продолжается, а подцепить-то есть чем Гунар. Сократить дистанцию так, а нет возможности. Кабан только замедлит, но и все, у него нет ни прайма Аурора, ни хукшота уже не осталось. Но, тем не менее, очень хорошая вылазка. Как же грамотно все сделал опять Оушен, да, напав на Акса, он отрезал. Казалось бы, он его хотел поймать в Коге, но нет, он его вытолкнул просто и не дал ему подсейвить свою Луну. А там Луна уже осталась вообще без поддержки, ее просто съели и все. Как ножом разрезали действительно все построение команды Немига. И как они это делают? Мы каждый раз говорим уже вторую карту подряд. У Зумеров все плохо, их давят, и потом хоп, один момент... И они переигрывают Немига. Но главное сейчас не заиграться, хотя зачем-то здесь Чесван соло стоит. Его могут за это наказать. Даже если он сделает блинк, у Гунара есть птица, он его заскаутит. А ультимейт вот-вот откатится. Там секунд 10, наверное, осталось. И не уходит, скорее всего, Чесван сюда никуда. Мы сбили, при этом в последнюю секунду блинк влетел на хукшоте Клокверк. Тогда же блинканулся бы, говорю, там птица его заскаутила. Он бы не успел, не смог бы сделать ТП. И Бруда начинает играть какой-то сплит-пуш больше, что ли. Понимаешь, Бруда сейчас и ее сила уже теряется очень сильно. Да-да-да, то, о чем мы говорили на старте. То есть вот этот период, когда должно наработаться еще там фрагов 15 для команды Немига, его здесь не было. Вот, поймали Гунара, убивая через ультимейт Луны.
Я не знаю, у зумеров ярко выраженная черта. Они собираются вместе, у них все хорошо. Потом они начинают по одному умирать. Мораль сей басни такова, толпой гасит даже льва. Ну, типа того, действительно. Ну, дота командная игра. С одной стороны. С другой, возможно, это была задуманная, знаешь, смерть. Хочу посидеть в таверне, ребят. Хочу выпить чаю нормально. Хочу дать вам спейс. Снизу, кстати, сами бой, возможно, за Т2 примется. Он себе собирает сатаник, а не какой-то там БКБ в этой игре. Ну, Урса, конечно, себя чувствует шикарно. Что там у Вайпера? Кримсон. Вот в этом проблема Вайпера, понимаешь? Вот что он есть на меди, что его нет. Бруда 18 уровня, он 15. Вот эта проблема намного больше именно по левелу, потому что Вайпера в лейте стараются раскрывать через токсин. Он пассивки отключает и все прочее. Это хорошо работает на файт глобально. Прыжок. Подцепили. Бруду. Сетка. Как же много денег! И плохой хукшот Оушена, наверное, единственный пока что за игру, который он зафейлил. Он пару раз промахивался, но это были не критические ситуации, когда за суппортами охотились. Ну, это тоже такая не критическая, но тем не менее неприятно. Могли бы сейчас Бруду и подловить. Выход на Рошана, а Айгис сыр теперь уже для Фазумерс. Если не придут драться. Они мига в двух шагах, они должны вписываться, так, по идее. Нельзя, давайте этого Рошана ни в коем случае. Полетели сетки, полетели пауки. Акс готов врываться, по идее. Там токсин, поэтому очень быстро пауки сами разлетаются. Контраинициация через Бестмастера. Но Бестмастер не может сократить дистанцию, в отличие от Акса. Акс-то прыгает хотя бы на блинке. Но стоят на хайграунде. Бабочка следующим артефактом для Луны. Смоук. Опять Акс пойдет вперед. Ну, пытается Мибой все-таки подрезать этого Рошика. Но там врыв на смоках. Сатаник. И нужен сюда. Прыжок. Нужна лужа под Акс. Иначе сидят, успевает прожать ультимейт. Урса начинает грызаться в Бруду. Бруде очень больно. По итогу очередной кукшот от Клакверка. Нужно ставить Коги. Батарейки уже работают. Коги поставлены, ультимейт Луны, но ее отодвигают в сторону. И все бимы летят в Оушена. Он принял удар на себя. Нужно еще кого-то убить. Но самое главное, выключили Бруду. Смотри, Урса просто бьет Рошана. Он пытается собрать Аегис. Но Аегис достается Астралу в итоге без Рошана. Но можно всех здесь добивать. Это, возможно, даже была ошибка со стороны Немиги. Если догонят сейчас Крылатый, его смогут зацепить. Но нет, Крылатый уходит. Слишком большой мувспид у него. Астрал погибает. Ну, задачу свою он выполнил. Аегис забрал. И можно дальше посидеть в таверне. 48 секунд. Мало того, что он забрал Аегис, там Луна забрала сыр. То есть ничего не досталось команде зумеров. И это важнее, нежели самим это получить даже. Просто не отдать сопернику. Это так смешно было. Все дерутся, и Урса там пытается этого Рошана добить. Но не дали ему. Тут-то было. Но тем не менее, смотри, такая была, скажем так, прямолинейная драка. И не сильно-то проиграли. Форзумерса даже ее выиграли. В том-то дело, что весь этот файт, по сути, продолжался без Бруды от команды Немига. После первой пачки БКБ, за которой погибла Бруда, дальше воевали 4 в 5. Паладин Сорт и на ту и на другую сторону упал. Титан Сливер. Вот это интересно, кому отдадут, кстати. Все-таки Мишке. Ну да. Ну у него уже есть сатаник. То есть не будь сатаника, скорее всего, оставили бы меч. А так у тебя уже есть, в принципе, вампиризм. И если что, ты там вампиризм за секунду отъедаешься. Вайперу, например, какому-то сейчас. Ну, теперь вот пик Форзумерс начинает раскрываться, да, и Урса, она не просела, вот как раз Урса через Battle Fury очень хороша, я вот просто влюбился сейчас в этот итем, раньше недооценивал его. Она тоже получила себе слайвер, и резисты вырастают. Там приходится сыр перекладывать, но я думаю, что стики лучше отправить в рюкзак, там разберутся дальше. Enchantress. Довольно хлипенькая по-прежнему, собирает себе еще Юл, но Хаски очень хорошо выбирает позицию в файте. То есть Инчу редко сбривает первый. И снова фармдота начинается, никто не хочет рисковать. Вроде бы убили Рошана, а вроде бы никакого удовольствия и нет от этого. Сейчас нужно будет аванпосты отжимать и за руны бороться через 30 секунд. Клок, кстати, помимо всего прочего, себе еще и Аганим сейчас сварит. Всему осталось там 1600 где-то раздобыть. Он перехватить хочет курьера. Пошли во вражеский лес. Фервиана заметят или нет. Тут еще Бруда есть. Это полноценная атака от команды Фазумерс. Вот так, просто на ноге. Клок вырывается. Тут же есть Гунар. Рором накричали. В БКБ стоишь, ничего не делаешь. Контроль на Гунара. Гунара должны убить очень быстро.
Да, он здесь один, и его за него просто даже драться не стали. Он выдал свою кнопку, и теперь можно нападение организовать какое-то. Проседает очень сильно Акс. Ультимейт от Крылата пошел, очень хороший. Оушен там пробили просто до лоу ХП, но забрать никого не получается. Не знаю, Урса здесь нужно уходить куда-то, но его раскайтит, он никуда уже не уйдет. Ему просто не дают подойти к какому-то таргету. Прыгает Акс, есть Агр, съедает Урса. Отлично, вовремя съедает Крылат сыр. Это было еще там несколько секунд назад, то есть, когда убили Луну практически. Очень плохая драка от Фарзумерс. Крутая инициация, да, от Оушена. Нападение на Бруду, тут Гунар поддержал своим ультимейтом. А где был Акс-то? Ой, точнее, где была Урса? Урса-то была далеко, как и вся команда, в принципе. Так в том-то и дело, что вы растянуто нападали, у вас бегут впереди суппорт оффлейнер, ну даже не оффлейнер, без мастера, это мидер в данном случае. И все вот не в попад. Не хватило дэмэджа просто-напросто под эти контроли, вот и все. И это прям критическое может быть для Фарзумерс на этой карте. Ну, вряд ли им что-то снесут там помимо медлинии. Да даже медлинию им не успеют снести. Ну, тут уже 4000, 5000 ведут Немига после этой драки. Сейчас от дефа Энчантра с импетусами какими-то поотбрасывается. Второй... 25 секунд. За 25 секунд Луна может полбазы тебе снести. Там Бруда ломает уже барак милишный у нас внизу. Минус две линии получается все-таки. Глифа нет уже, и как же это больно. Одна линия, на которой счет и два, и от этого можно сейчас отыгрывать. То есть в трон только если не мига пойдут после выигранного файта. Вот так вот бывает. Одна ошибка стоит тебе, возможно, карты сейчас. Ну, мы говорили, что Фарзумерс, они не всегда грамотно выдерживают движение по карте. Немига передвигается намного лучше. Пошли вниз, там находится у нас Акс. Успевает хватить аванпост, но это 32-я минута, и глобального значения не несет. Лотус Орб зато у него появился, у него 29 единиц брони. То есть тот же самый Мишка его не очень быстро-то убивает. Особенно под Берсерколом. Это МКП против бабочки, как я понимаю, у Луны. Ну, теперь ошибаться больше нельзя Фарзумерсом. 10 тысяч преимущества у Немиги. Я не знаю, как из этой ямы вылазить. Не хватает дэмэдж-дилера. Очень сильно. То есть Манкс Форева, который... Вот что у него пика. Так я об этом и говорил. Вот это вся суть Вайпера. Это бесполезный персонаж. Ну, это мое мнение просто. На мид-позицию я имею в виду. А тут... проблема еще и в том, что сами такое чувство Фарзумерс не определились, кто у них мидер. Бестмастер и Вайпер, ну, они менялись. Какой бестмастер-мидер в итоге? Ну, нападение на Вайпера хорошо, впитывает очень много дэмэджа. Оушен врывается на хороший кукшот, Луну можно быстро сгрызть. Ай-яй-яй, уходит Луна, прожимает манту и догнать никого не получается. И здесь какой ультимейт шикарный от Фервена. Урсу могут не простить, но у него, конечно, сатаник, он быстро отходит от всех этих контролей. Нужно с разворота драться, в любом случае цеплять хотя бы Фервена. Фервена убили, минус Акс, два фрага по итогу от Зумеров без размена. Погоня продолжается. Всех можно закопать. Ну, астрал телепорт, сбить с нечем, как я понимаю. Вот это проблема, да, что только хукшот и Primal Roar, все у тебя, ну и батарейки. Но там Enchantress вроде бы Юл собирала себе, и с Юлом хоть дополнительный контроль появится. Нет, поменяла свои планы. Но... хочет тоже бить с руки. Хочет тоже вносить дэмэдж, поэтому собирает себе пику. Ну, это неплохой артефакт, действительно. Который сделает игру Хаски еще более комфортной. Сами бои. Блин, Дагер также. Он понимает, что постоянно кайтит его по файту вообще. Ну вот слушай, когда дерутся в пятером, драки-то получаются. Так чего удивляться-то, когда вторую карту одно и то же? Вот когда вы действуете вместе с игрой. БКБ развели хотя бы. Можно продолжить сейчас. БКБ в КД будет. Такая большая. Безумные лапы, которые как поломанные. У меня знакомый занимается генетическими экспериментами в доте. Он берет разных героев, пытается максимально увеличить размер вот этой бруды. Вот бафом Огра в БКБ это просто превращается в что-то невероятное с нынешними модельками в доте. Ну, успокоилась игра сейчас. И одни, и вторые понимают цену ошибки. Особенно, я думаю, Немига. Потому что для них-то эта карта может быть последней. Сатаник у Луны. Атака теперь идет с Бейном на острие. Тут цеплять. Акс прыгает и пытается очень быстро убить. Получится же это минус Оушен сразу. А стоит здесь драться дальше без Оушена или нет? Может быть, отойти? Потому что это может быть драка ценой в
эту карту. Нападение от Гунара. Пытается сбрить Бейна, но слишком жирный он. Гунар тоже погибает. По итогу пытается зафокусить Луну. Луна живет, Сатаник подрубается. Юй зафокусит все-таки Мишка или нет? Сами бой, Сами бой справляется. И слушай, приходится убегать, Луны-то нет. Бурда в себя уже не верит. Минус Первиан и байбек Гунара спас ситуацию. То есть он напугал, опять же, Немига. Надо отступать, перестраиваться. Но нужно, если вы сделали байбек, если вы убиваете Луну, вам нужно что-то еще забирать. Да, конечно. У вас двух линий нет. То есть у вас в любом случае будет эта Бруда душить. Ну тут видишь, все линии подпушены, надо как-то отпушить. У них все-таки два лайна пробиты. И это огромный минус. Ну, Вайпер потихонечку идет, как я понимаю, в сторону молний. Нет, но да. Если Вайпер дадут сейчас тоже покачаться немножечко, знаешь, побить крипов, наберет он себе какой-нибудь Мьёльнир там, да? Потом то же самое МКБ у него появится. Это уже будет совсем другая история. Но для этого нужно время. А Вайпер себе взял по талантам 80 урона, как я понимаю, на 20-м, да? А 70 урона, прошу прощения. Снизу опять погибает Лакверк, но тут уже слишком простой фраг для Немига. Нужно идти защищать свою базу. У вас Т4 упадет, между прочим. Бруды очень быстро. Ну, это примерно ты и пытается сделать Бруда, то есть сманить на себя внимание, отвлечь. Там не хватает кого-то изолятора. Телепорты, сами бой, нападение, получил телекинез и решил, что игра не стоит свеч. 25-й нужен Урси. А если совсем скоро это уже получит. Бруда весь лес пылесосит, то есть ничего не оставляет тому самому сами бою. Они пытались-то выйти наверх, там хотя бы крипы присутствуют у соперника наполовине. Тоже 25-й у Бруды скоро будет. Выход в мид, сами бой. Опять, видишь, растянутые идут, то есть очень без далеко. Без смока просто летит сами бой, пытается на себя забайтить. Он понимает, что так быстро его не заберут. Все-таки Сатаник дает о себе знать. Ну, действительно, и Сатаник, как бы, да, возможно, не хватает ему БКБ еще для полной уверенности. Ему нужен... Наверное, БКБ он уже не будет Сатаником покупать. Это а поздно. Вот Эбисл бы сейчас пригодился. Ой, Нинджа Гир. Наверное, нужно отдавать Вайперу его. Прыжок от Акса неудачный. Заагрить не получилось. Там какой-нибудь Принц Кнайф. Вот это было бы поинтереснее, возможно, для Урса. Но Урс сейчас жить должен, поэтому он будет бегать с этим слайвером очень долго. Потихонечку 4-го разряда падают уже итемы. Magic Lamp отдать Клокверку, либо Enchantress. Я думаю, Клоку все-таки. Клок уже тоже 2500 здоровья. Ой-ой-ой. И нового рода артефакты врываются на Фервин. Очень быстро убивает его за 4 удара. Дальше Праймалрор, какой харкарный. Накса, Праймалрор, и можно его доедать тоже. Хороший врыв. Просто шикарная драка от Форзумер. Пару байбеков, все пытаются вернуться, но Астрал также погибает. Оушен и его забирает. И эти байбеки, по сути, сейчас в никуда, потому что команда-то отходит. Да, и нужно сейчас просто продолжать. Запрыгнули на Рошану, выбит из него еще и Аганим. Но это не Клокверк. Клокверк свой сон купил. Рубик байбекается. Они хотят подраться на Рошане, но они не успевают уже сюда прийти. Это все ресурсы Рошана для зумеров. Айгис забирает Урсы. А кто возьмет Аганим? Грамотный выбор от сами боя. То есть не стал сразу Айгис хватать, он сначала взял себе Аганим. Урса взял. Понятно. Ну, то есть то же самое, что и было на первой карте. Тогда теперь его контролить еще сложнее будет. Врыв от Чусвана. Ну, не знаю, хотят ли они врываться сейчас на Энчантра. Здесь подходит сами бой, готов уже драться. Но у него по-прежнему нет Эбисала. Как же отхиливается эта Энчантра с подгорелкой. И вообще плевать, ее там пауки едят, а у нее здоровье только больше становится. Врыв очень интересный от Вайпера. Но Вайпера сбрили за секунду, и Луна начинает разрезать всех салат. Минус Аегис, минус Оушен. У него нет байбека. И можно продолжить драку. Прыжок от сами боя. Первого съел, второго Бруду. Бруду шлепать начинает. Бруду на фурстафе пытается спасти Луна, но нет, это минус Бруда. Минус 4. Луна последняя. Бежит за ней сами боя, говорит, вернись. Я все прощу. Как это делают зумеры? Он догоняет ее. Он реально ее догоняет, смотри. Ужас. Ай-яй-яй, там баша не было. Лбом ударился просто в хайграунд. Но это дикие файты, конечно, в исполнении зумеров. Понимает сами бой, что не хватает Эбисала. То есть с Эбисалом будет в разы мобильнее. И сбривать за Эбисал любого будет персонажа здесь из 5. Ну, там уже слоты придется как-то перераспределять. Вполне возможно. Ну, может быть, уберет Даггер даже в том числе. То есть зачем он, когда у тебя есть Эбисал? Ну, типа, врываться, инициировать ты сможешь и с него. Мишка просто проводит эту пачку крипов до вражеского хага. Он понимает, что Луна в соло не задефает. Да, он хочет на байбеке разводить. А их-то и нет, в общем-то.
Да тоже Бруде тоже делать байбек без поддержки суппортов не очень хочется. Тут уже подхил от Энчи. Не успеет подойти просто тиммейта. Ну, Бестмастера здесь не хватает, конечно. Бестмастер вроде бы идет, но очень там медленно. Т3 снесете, бараки вряд ли. Самибой решил, снесу первенную я голову с плеч. Отличная пика. Самибой недалековато ли? В лучших традициях СНГ под фонтан. Ну, что-то странное творят сейчас, но в итоге забирает. И слушай, Лунат, он может погибнуть, у него есть байбек. У него есть байбек, 95 секунд ее не будет. Но она сможет выкупиться. Но опять же, что толку выкупаться, когда три твоих тиммейта сидят в таверне? А тут нет смысла даже по факту сейчас. Ну, то есть они снесут либо просто две линии, либо надо идти Т4 трон разводить на байбек. Ради линии не будет байбека с Луна, я думаю. Ну, не знаю, что здесь лучше даже. Может быть, лучше по сейвове сыграть и снести линию? Нет, решили пойти напасть и не уходят. Этот байбек ничего не решает. Первая карта за ними, они хотят закончить прямо здесь сейчас. Вычел Зуван, отлично ворвался, но как же быстро сбривают Акса. Его просто не было в этом файте. Минус и Бруда, похороны. И Крылата сейчас догонит, скорее всего, под замедлением лютым находится. Это КГ. Да, браво, браво, Фозумерс. Как же это Урса их схавала, это просто ужас. Я очень надеюсь, что где-то сейчас сидят 4 грека из команды Family Team. И смотрят, да, что нужно банить. Что нужно банить Урса, действительно. Ну, слушай, вот эта карта, она была намного интереснее в плане того, что заперли сначала зумеров на базе, и они от дефа играли. Я снимаю шляпу, во-первых, перед Battlefury на Урсу. Я теперь понимаю весь потенциал, который она может раскрывать, реально. Всегда Урса была персонажем, который должен за счет киллов, за счет вот сноубола давить, там, сносить товара. И, а ну, тут он просто купил себе Battlefury, побегал, побил тут пачечку. В итоге он выбегает с 3-4 слотами, и уже реально боевая машина, которая, в принципе, здесь ничего не боится. Жестко. Жестко, и хочется зумерам пожелать удачи, потому что с каждым следующим этапом соперник будет становиться все серьезнее и опаснее для них. Family Team — это уже ребята с огромным опытом. Мне кажется, здесь Акс не раскрылся вообще, ну, толком своего опыта. Его не было. Вот согласись, Акс погибал за пару секунд. То есть, ну, для этого, в принципе, была взята Урса, чтобы этого Акса кушать. Акс действительно выполнял одну единственную функцию — это прыгнуть, заагрить на секунду, зафиксировать файт в одной точке. Все. После этого ты ничего не делаешь. Мы вроде бы отмечали, что у него и брони много, но не хватало этого. Но опять этого. Же, ты не забывай, там токсин от Вайпера, то есть да. Он твои пассивки выключает, и по большому счету просто котлетка такая армированная, и все, тебя кушают как сладкую булочку. В общем, классный матч мы посмотрели. Далее не менее интересный. Греки будут играть у нас как раз против американцев, и американцы набрали нереальную форму сейчас. Мне прям, вот я с тобой согласен, первый матч, который я смотрел от них, это была совсем другая игра. То, что они сейчас показывают, это прям команда очень крепкая. Они влюбляют себя за такую команду, хочется болеть, друзья, и мы будем делать это уже через 30 минут, да, перерыв сейчас чуточку длиннее, потому что у нас 2-0 закончилась встреча в 19:30 на данном канале. Следующее Best of 3. Вы же за время этой паузы успеете каточку скатать какую-нибудь успешную, естественно, и зайти на Вулкан Бет, потому что там вас ждут самые лучшие коэффициенты. Не только да. На киберспорт. Вы можете там поставить и на классические виды спорта, если вам это интересно. Например, на футбольчик, который сейчас идет, и сегодня вроде бы там Манчестер, насколько я знаю, играет. В общем, вы все это сами знаете. Не забывайте промокод VFS, который дает вам до 200% на ваши депозиты, естественно, и используйте его с умом. Да, друзья, мы к вам вернемся через 30 минут, получается. Вулкан.бет. Е-спорт эмоции каждый день. Зрелищные трансляции. Лава турниров. Взрывные коэффициенты. Горячие бонусы. Быстрые выплаты. Играй, смотри, ставь с огнем.